Итак, парни и собака, добро пожаловать в Канаду. Отвратительно! Да, тут стрёмно. Чёртовы канадцы. Не помню, чтобы собаки разговаривали. Что делать с этими кубиками льда? Я думаю... О, чёрт, они тают, они тают! Они тают! О, чёрт! О, мой бог, да? Держите их в тени, в тени! Я просто обязан... Нет, 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 нет! Боже! Верни его обратно! Оу, нет, он тает! Все норм, его можно поставить боком. Вот так. Видите? Идеально. Идеально, делаем вот так и потом вот так. Как мне... Как мне играть в эту игру? Как тут прыгать? А, окей. Прыгать и подтягиваться для меня сложновато. Помогите! Как вы залезли? Ты что, ничего не помнишь? Я не понимала, как это делается и в первый раз. Все, что нужно, это поднять руки, вот так. Окей, поднимите руки. Подняла. Да, я поднял. Так держать, окей. И теперь вам нужно только... Нужно только подтянуться. Как все люди. Окей? Вот так. Ну же ты, долбаная сучка, чёрт! Ох, чёрт! Наверх! Наверх! Спон! Помоги мне, Брайан! Да-да-да, давай-давай, подтягивайся! Толкни меня! Что значит толкнуть тебя? У вас получится! Мои волосы! Ты сможешь, Ланей, ты сможешь! Я не могу забраться! Ну давай же! Это только первый этап из примерно 40. Давай, чувак, используй мускулы! Используй мускулы, чтобы забраться! Если бы ты не потратил все свое время на прическу, тогда ты... Ты мог бы пройти обучение. Отцепись от моего зада! Давай! Подтягивайся! Черт! Вы похожи на геймеров из России, которые все еще не знают, как пополнить кошелек в Стиме. А ведь у них есть купи-код. Слыхали? А еще там можно купить игры, которые в России недоступны. О, серьезно? Наверное, у них капец большая комиссия. Вообще-то самая низкая на рынке, а по промокоду Venus можно получить скидку. А, твою ж... Помоги мне! Леди и джентльмены, и у этой женщины рекорд в Call of Duty. Окей, окей, ладно, знаешь что, мазафака? Спасибо. Хорошая работа, Ланей, так держать. Поднимайся сюда, Спун. Окей, а теперь подними свои руки, прыгай, а потом подтягивайся. Так держать, ты сделал это! Я сделал это! Дай пять! Дай пять! Дай пять! Брайан! О мой бог! Оу! Господи Иисусе! Окей! Окей! Хватай мою ногу! Твоя нога у меня во рту! Это не нога, но спасибо! Что? Вот так! Вот так! И теперь подтягивайся! Окей! И кто-нибудь, потяните меня! Я тяну! Да? Так, так, ну уже давай! Почти! Еще немного! Так держать! Да, мы сделали это! Нет! Нет! Нет, Эван! Нет, Эван! Нет, Эван! Нет! 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 Сюда, дорогуша! Нет! Нет, пошел ты, Брайан! А как тут подняться? Просто свали отсюда! Это... Отойди, я подниму тебя! Только сначала я поднимусь! Окей! Делаем так. Ништяк. Ништяк. Какого хрена? Хватайся за меня. Хватайся за меня, Спун. Вот так, поднимай нас, Эван. Я так рада, что я не одна туплю в этой игре. Я не одинока в этом. Спун такой без комментариев. А, нет, он тянет меня вниз. Спун, я просто напомню тебе, это сказала собака. Это сказала собака. Не отпускай, не отпускай. Вы кричите так, будто взбираетесь на опасную гору. А это всего лишь один маленький уступ, на который вы пытаетесь залезть. Я не могу вытянуть даже себя, тут еще и Спун держится. Тяни! Я не могу! Тяни! Роуз! Я просто молю Бога, чтобы сейчас пошла лавина. Мы уже проходили это? Не знаю, разве? Да. У меня стойкое чувство, что проходили. И Брок сейчас смотрит и такой... Ха, классика, мы проходили это в феврале 2021-го. Я точно не проходил. Последний раз я играл в это в 2018-м. Мы точно уже были здесь. Я помню, как мы делали укрытие от солнца из этих досок. И потом тащили ледяные кубы по тени.
Эй, когда ты забрался? Я уже давно тут. Погоди, как это? Какого хрена? Мне нужно, чтобы вы использовали эти доски, чтобы... Окей. Построить укрытие от солнца. Нужно проложить дорожку для ледяных кубов. По прямой, чтобы защитить их от солнца, окей? В сторону Луны! Я ушла! Надо перекрыть зазор. Нет. Типа вот этот? Да, вот этот. Протяни ее ко мне. Спун, спун. Готово. Почти идеально. Теперь надо перевернуть его на бок, а то он немножко подтаял. А хотя норм. Этого хватит? Да, вполне. Вот так. А теперь спун, запрыгивай. Окей. И он что такой? Просто врезается лицом в стену. Хорошо? Хорошо? Не очень-то и хорошо. Оу, слева неплохо. Теперь давай правую руку, посмотри наверх. Боже, это жесть. Неплохо, неплохо. Запрыгивай. Да! Теперь Луней. Давай, Луней. Давай. Брайан, кто хорошая девочка? А ну не смей. Кто хорошая девочка? Луней, залазь уже, блин, сюда. Вот так, вот так. Я нажимаю. Но я просто не могу подняться. Я нажимаю кнопочки. Давай, Луней, ты сможешь. Ну же, Луней. Ты сможешь. Я сделала это. Нет, нет. Мы же не пойдем сюда, тут эти знаки. Я уверен, что нам не нужно сюда. А куда нам тогда? Только попробуй. Нет, все верно. Это хорошие знаки. Крестик — это нужное место, а эти означают внимание в этом направлении. Оу, да, эту штуку надо было сбить. Спасибо. Ты в порядке, Брайан? Да, я в порядке. И прыжок? Я научился. Это... О, черт! Она ударилась подбородком. Погоди, а где Луней? Она врезалась подбородком в боковую часть бревна. Нам нужно вниз? Да, хватай эту цепь. Хватай цепь. Зачем? Не спрашивай, просто хватай. Что теперь? Что мне делать? Теперь подожди. Подожди, пока Спун не запрыгнет на цепь. Спун, прыгай. Вы все прыгайте на цепь. Окей. Теперь что? Окей, Брайан. Все идет согласно плану. Что дальше? Вам нужно раскачаться по направлению ко мне. Окей. Вы сможете, Ребзи. Раскачайтесь и потом отпускайте. И еще разок. Готовы? Надо раскачаться еще. Еще разик. И давай. Да! Ох, блин. Ох, это было близко. Я думал, у меня получится. О, да. Я не попал на цепь. С этого ракурса это смотрелось так хорошо. Он просто пролетел мимо нее. Я промазал. О, мой бог. Не бойтесь, я справлюсь. Я справлюсь. Я знаю, что справишься. Вот почему ты с нами в команде, Спун. Потому что мы верим в тебя. Продолжай раскачиваться. Не получилось с первого раза, получится сейчас. Раскачивайся. Так держать. Продолжай раскачиваться. Я ловлю. И отпускай, Спун. Оу, да ты, блин! Я держу! Я схватила? Нет, не схватила! Погоди! Не бойтесь, я выберусь! Нет, не выберешься, просто... Да, да, да! Да! Оу, сноуборды! Самое время прокатиться! Как мне? Ништяк, Спун! Ох, черт! Оу, ты смог! Я врезался в дерево! Давай! Да! Да, я не врезался! Окей! Да! У кого-то получилось? Черт, у кого-то получилось это сделать! Как мне снять его? Нет, не так, не так, не так! Черт, черт, блин, блин! Не делай этого! Ау! Я держу тебя, Спун! Окей, думаю, теперь ты снял его. Я точно уверен, что мы проходили это. О чем ты? Нет, не проходили. Я просто уверен, братан. Я вообще не играл в эту игру. Я понятия не имею. Нет, чувак, я не помню долбанные сноуборды. Я бы точно запомнил сноуборды.
Ну, не знаю, я ценю нашу дружбу, я запоминаю все, что с нами связано. И ты помнишь сноуборды? У меня прям очень стойкое ощущение, что мы уже играли на этой карте. Подними нас! Окей, ну зашибись. Да, давай. Давай, побыстрее. Поживее. Замолкни. Тебе нужна обучалка? Я не могу подняться, тут слишком высоко. Если вы слезете хоть на секунду, тогда, возможно, я смогу забраться. Сюда нужно что-то положить? Я уже опустил ее немножко. Теперь можно сделать так. И потом вот так. Готово. Лене, так держать. Из тебя хороший противовес. А как я туда попаду? Хорошая собака. Пока, Лене, удачи. Тебе надо быть быстрой. Ну да, тебе надо быть быстрой. Ну да, я же капец какая быстрая, чтобы залезть на эту хрень. Я капец быстрая. А, я не могу. Бросок через все поле. Нет! Поднимите меня! Поднимите! С дороги, собака. Чувак! Я чемпион! Вот дерьмо! Величайший камбэк в истории! Бросок через все поле! С моего ракурса это выглядело просто идеально! Типа, я это прыжок с канатов! Он прыгает с канатов с карманами полными камней! Оу, нам нужно взять это, я думаю... Да, нам нужно взять это и построить мост! Вот так... Ништяк, хотя, о мой бог, что ты наделала? Так держать, глупая сучка. Спун, ему это очень не понравилось. Ну и что теперь? Что нам нужно оттуда? Зачем нам это место, Брайан? Да, что нам делать с этими бревнами? Я проверяю. Что ж, я думаю, нам нужно сбить эти камни. Я думаю, нужно использовать эти бревна, чтобы сбить камни сверху, и использовать эти камни, чтобы разбить лед позади вас. Вот как это работает. Брайан! Охренеть! Видите? О, господи! И они заспавнились обратно. Это ничего, вот так. Я думаю, нужен камень побольше. Маленький камень лед не пробьет. Готовы? Да. Да. Да! Еще! Ломай! Давай еще! 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 Да! Это было жестко. Окей, вот это уже выглядит знакомо. Прикол, если мы такие разбиваем этот лед, и в этой пещере стоит Муи такой, я ждал вас. Я знал, что вы будете здесь. А что это там? Динамит? О, нет, это динамит. О, черт! О, мы должны вызвать лавину. О, мой бог! Вы готовы? Да! Пора нам свалить эту статую. Понятно? Мы должны свалить эту статую. Она расистская, мы должны снести ее. Чего? Давай! Поберегись! Срань господня! Охренеть! О боже, смотрите, как она упала! Я не помню эту часть, Брайан. Я не помню эту часть, а ты? Помню. Ложь! Я не помню собаку. Собаки тут не было. Я запорол! А, черт, тут нужно было прыгать дальше, чем я думал. Блин. Я упал! Я все запорол! Все нормально! Оу, это был. Оу! Чтоб тебя! Твою ж за ногу! Помогите! Давай! Давай! Давай, девочка! Давай! Давай! Ну же! Ты сможешь, давай! Нет, я не могу! Черт возьми! Она просто машина по производству контента! Вытащите меня! Никого рядом с тобой нет! Попробуй еще раз! Я вас просто ненавижу! Просто попробуй еще разок! Попробуй еще разок! Я не могу! Черт возьми! Я лучше просто умру! Я подошел тебя вытаскивать! Ау, я иду! Окей! Так, поднимаем руки! Вот так! Это было неплохо! Окей! И еще разок! Нет, не надо! А вот и он!
Неожиданный сюжетный поворот. Только попробуй, сучонок. Нет, к нам решил присоединиться Филин. Нет, что за хрень? И добивание. О, черт, я улетел. Нет. Это... Я увидел, как его ботинки соскользнули вниз. Он, разбежавшись, прыгнул со скалы. Я застрял в сиденье. Помогите. Эва, набернись. Я застрял в этой штуке. Помогите! Помогите! Как ты там оказался, Спун? Хватит просто стоять и смотреть! Вытащите меня отсюда! Как ты там оказался? Какого хрена? Какого хрена? Спун! Помогите! Мы сделаем это! Мы сделаем это! Это выглядит так неправильно! Да-да, вот так! Ну же! О чем ты? Он еще не вылез! Я тяну! Я держу его руку, я тяну! Я тяну! А, почти получилось! О, он свободен! Да, мы сделали это! Он свободен! Я с вами! Мы свободны! Мы сделали это! Мы победили игру! А вот, кажется, и долгожданный конец приключений собаки. Старика... Старика из 2018-го. О, господи. Филина и Брайана. Это был сплошной стресс. Я упал. Нет, ты не упал. Да, давай я сделаю тебе массаж. Это было очень-очень тяжело, Ланей. Это был сплошной стресс. Это был сплошной стресс. Нет, Брайан. Какой стресс? Нет. Нет, ты хоть понимаешь, как долго я сюда забиралась? Нет. Два с половиной часа. Ну же, Ланей. Отвали. Нет. Нет, Спун! Давай, Ланей, отцепись! Расслабься, это же просто игра, это все не взаправду. Это не взаправду, окей? Просто расслабься немного. Нет, нет, нет! Брайан, твою ж за ногу! Оу, нет! Чтоб тебя! Нет! Да! О, мой бог! Ну ладно, хватит, хватит. Нет, нет, Эван, даже не думай. Я просто пытаюсь залезть наверх, без всякого умысла. Нет, я так больше не могу. Вы слышали этот смех? Не трогай меня. Я даже не рядом. Нет. Свали с дороги, Эван. Клянусь богом, если ты меня тронешь, грёбаная игра, клянусь богом. О, да боже. О, мой бог! Может, вы уже поторопитесь? Я пытаюсь, а этот... Я уже полчаса передергиваю на это. Ни один взрослый мужик не должен говорить этого. Про девушку своего друга. Наконец-то! Нет! Эван, отвали! Держите ее, держите ее! Нет! Мне пофиг! Мне пофиг! О, мы сделали это! Чувак, эта сучка прыгнула в яму дельфинчиком! Это было круто!